Всем привет, ребята. Ай. Ты играешь в Майнкрафт? Нет. Все, садимся. Всем привет. Мы обедать садимся и идем в школу. Сегодня Боньку стричь опять буду. Она опять обросла. Ну, Джуни. У нее сзади там на попке. Похоже, да? Отросли. Похоже, да. Очень похоже. С долларами. Мешок денег. Посмотрите, что тут этот цвет подход. Это Ксюша шила на трудах. Тут спортивная еще сумочка. Одна. А, еще кармашек. Два кармашка. Тут этот большой, смотри. Прикольно. Для спорта. В одно отделение обувь, а в другое одежду, чтобы вместе не лежало. Молодец. Мы сейчас будем обедать. Вчерашнее пюре подогреваю. Как она хочет. Бонечка. Пачку. Вкусно. Вот твоя тарелочка, девочка. Девочка, твоя тарелочка. Быстрей, девочка. Ну, она такую захотела, она не хочет куриную. А это что? Это куриная. Что это? Курица, да. А-а-а. Все, приятного аппетита. Накладывай салатик. Миш. У кого у вас сегодня до скольки? Курка. 4. До 4, опять? Ты же вчера была до 4. Угу. Опять до 4. Девчонки уходят в школу. Джуми-джуми. Пока. Джуми-джуми. Прощаемся. Какой же? А я иду тут. Маску взяла? Угу. Какой маска? Нет, тебе не нужна маска, я у Ксюши спрошу. Мама, спасибо. Какой маска? Вот такой маска. Пока, мама. Все, давайте. Пока. Пока девчонки в школе, Макс дома. Я сейчас быстренько сделаю уборку. Я хочу поменять постельное белье везде. Пропылесосить, полы помыть. В общем, сегодня у меня... Целый день будет только уборка. А? Ну потом твои следы останутся. Смотришь на меня. Куда ты полезла? Я паду. Вон фильтр есть, ты не видишь? Не надо. Фильтр возьми, с фильтра нет. Воду. Она опять ходит. Да что это такое? Посмотри, ты пятна оставила своими лапами.
Бонни, ну ты ж такой пол, он матовый, когда по нему ходишь, по мокрому тем более, все пятна остаются. Но когда он высохнет. Что ты смотришь? Так, все, убрала, полы помыла, пропылесосила. Везде, кроме у девчонок. У девчонок только пропылесосила. Ксюша, тебе полы нужно будет помыть, а у тебя пропылесосила, полы не мыла. Поняла? Не смотри так на меня. Давай сейчас. Так, и у меня сейчас уже... У меня стирка уже достиралась. Постельное белье надо вытаскивать, сушить. Сейчас у меня будет еще одна стирка. Буду стирать белое. Здесь тоже белое все переполнено. Бончик просится гулять. Ты гулять хочешь? Пойдем гулять. Где поводок? Мама, хотите полетела. Ты опять на себе рисуешь? Да. Зачем? Я скотча. Скотчем. Давай ты мне. Дима, ты мам, чего без носов? Мам, я нашла пистолетки. Мам, вот мам, так. Мама, мам, нашла. Каролина, ты весь песок высыпала, это потом все подметать нужно. Потом, типа на пляже, да? Холодно. Конечно, холодно. Вот тут холодно. Я ее тут привязала. Отпускать ее не хочу, она сразу убегает. Да. Прям сразу же убегает, вон там прыгает и все. Да, Бонь? Скоро все цвести будет. Зелененькое все будет, красивое. Нужно, наверное, если будет хорошая погода, нужно субботник устроить. На этой неделе все почистить, там все листья сухие. Что ты хочешь, Бой? Видите, я прям в футболке. Тепло, наверное, сейчас градусов 15-16, это точно. Чего? Мячик, любимый мячик, да? Все, пришла с мячиком. Мы играем в прятки. Мы что, в прятки? А где вы здесь можете спрятаться? Я копаю. Только, пожалуйста, не высыпай песок. Да, мам. Копаешь, копай, только не высыпай. Маргоша вернулась. Уроки делаешь? Я тут учишь? Угу. Молодец. Учи. С кетчупом. По какому? Английский. Английский? Ты уже погуляла. Давай. Чё? Да ты такая вся желтая, как лимончик. Пойдем посмотрим. Вау, как она светится, обалденно. А тут на камере, а вон там в зеркале, смотрите, видите, видно, ребят? Как она светится, не умею. Прикольно. Ты кроватку стелишь? Да. А я Максу не постелила это, простынку не постелила. Тебе постелила? Да. Подожди, Максу нужно простынку, Каролин. Приехал еще один вот такой вот аппарат, который я заказала. Та же фирма, что и вот этот аппарат. Только этот разглаживает морщины. Но он не только от морщин, но еще и тут есть несколько насадок. Здесь вот, например, даже для волос. Для тех, у кого волосы выпадают. Это у нашего папы волосы выпадают. Вот это вот вокруг глаз. Так. Это шея и декольте. В общем, я буду пробовать, тестировать. Здесь специальные капсулы с сывороткой. И это тоже специальная жидкость, водичка. На лице, это на лицо, для волос, для всего, для тела. Сегодня я протестирую чуть позже. Я детей уложу спать. Потому что только когда они спят, у меня есть время на себя. Что это мы тут делаем? Ну-ка быстро в кровать. Давай, Маргарита, завтра рано вставать. Тебе рано завтра? Ну вот, тем более. Ну, тащи. Тащи. Где папа? Тащи к себе в комнату.
Да не туда. Все уснули. Я начну. Сначала я очищу лицо, кожу. Вот в этой коробочке ампулки, капсулы. Здесь их 8 штук. Нужно ее открыть и немножко нанести на лицо, а потом уже вот этой вот этим вот аппаратом открою. То ли пахнет, то ли не пахнет. Так, в инструкции сказано, обязательно нужно смочить руку. Теперь вот этой стороной, вот этим магнитиком, беру вот так, нажимаю. Все, она выключилась. Собралась я спать, я забыла, что оказывается у меня же тут белье еще. Представьте себе, вот это нужно вытащить, сложить, а это нужно загрузить и просушить. Как всегда, как спать ложиться, так какие-то дела появляются. Ну, белье сухое, абсолютно сухое, только немножко прогладить нужно. Минус один, что оно, смотрите, какое мятое. Это потому, что я забыла вовремя вытащить. Если бы я раньше вытащила, оно бы не было таким мятым. Ребята, этот влог заканчивается. Я все-таки решила белье развесить, потому что машинка очень шумная, сильно работает. И лучше на ночь ее... Голос пропал. Лучше на ночь ее не включать, чтобы никого не разбудить. Поэтому всем пока-пока. Я пошла отдыхать.